Добрый день! Вы на планете Агро, канал любителей сада и огорода. Силифит – производитель Укровит. Досходовый и послесходовый гербицид широкого спектра действия против однолетних будольных, а также некоторых злаковых сорняков. Обрабатываемые культуры – картофель, морковь, соя, подсолнечник, горох, кориандр, чеснок, фасоль, а также зелень. Норма расхода 30-40 мл на 5 литров воды с расчетом на 1 сотку. Максимальная кратность обработок – 1 за сезон. Обработку проводить стоит при благоприятных погодных условиях, а именно при температуре воздуха не выше 25 градусов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, дальше будет больше интересного.